Как вы относитесь к идее умного голосования? Никак. Не хочу даже об этом говорить. Мне кажется, все из одной колоды. Простите, конечно, за грубость. Ну, будет то Навальный, будет там еще кто-то. Но все примерно одинаково. В политику идут люди примерно, ну, одинакового менталитета, на мой взгляд. Лишь бы те, кто этим занимается, делали пользу, оказывали и нашему государству, и обществу, и гражданам. Мне только за это. Больше положительно, чем отрицательно. Насколько я понимаю, это подразумевает такую большую прозрачность вот всей этой системы. Поэтому как бы да. Правильно сделает. То есть вы поддерживаете умное голосование? Да. На мой взгляд, это единственный мирный способ избавиться от Единой России. Ну, мирным путем более-менее. Вот. И как-то там, и не важно уже даже кто, но не пропустили соратников Навального, но пускай будут другие коммунисты, но главное не Единая Россия. Ну я за вообще-то. Я бы вообще против всех голосовала, потому что ничего умного они не говорят. И не принимают они нормальных законов именно конкретно для рабочих людей. Ну мне сложно сказать, я не настолько политизированный человек. Но если это что-то сдвинет в какую-то сторону, ну наверное, да. Нет, я еще не знаю, за кого буду голосовать, поэтому я не могу сказать. Я должна посмотреть список и решить, за кого я буду голосовать. Но за Навального я точно не буду голосовать. Я не знаю про это голосование, простите. А к самому Навальному, ну, я отношусь спорно, скажем так. Не знаю, сложно сказать, но, наверное, есть какой-то смысл, как какое-то зерно в этом.